В Белореченске в скором времени начнется благоустройство территории вдоль берега реки Белой, от улицы Железнодорожной до улицы Красной. На обустройство сквера в этой части города в бюджет белореченского городского поселения поступило более 54 миллионов из краевого бюджета. Эти средства были приняты к сведению городскими депутатами при корректировке местного бюджета на сегодняшней сессии Совета. Министерством жилищно-коммунального хозяйства подписан приказ о перераспределении денежных средств на комфортную городскую среду. В том году, вы помните, у нас был приказ только по парку Победы. В этом году подписан новый приказ. Значит, у нас два объекта нам подтвердили по благоустройству на территории города. Парк Победы, который вы в том году принимали, сумма не изменилась, сумма ставили ту же, дабы не изменять решение совета, и администрация края на это пошла. И дополнительно сумма в 50 с лишним миллионов рублей нам дали на первую очередь на строительство парка на реке Белой. В этом году мы начнем в любом случае строительство парка на набережной.